Двухэтажный экскурсионный автобус начнет курсировать в Нижнем Новгороде в новогодние праздники. С предложением запустить его у нас вышло нижегородское правительство, сообщает пресс-служба правительства. Даблдекер будет курсировать с 26 декабря по 8 января. Маршруты свяжут достопримечательности города и ключевые праздничные локации – фестиваль «Горьковская елка» и площадку «Спортпорт». Можно будет выходить из автобуса и заходить в него там, где вы хотите. Билет будет действовать 24 часа с момента первой посадки в автобус. Даблдекер оборудован аудиогидом. Автобус будет курсировать от площади Революции до площади Горького, площади Минина и Пожарского, речного вокзала, стадиона Нижний Новгород, площади Ленина и снова до площади Революции. Мы рады, что компания с мировым именем рассматривает Нижний Новгород как следующий после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани город на карте России, где могут открыться регулярные экскурсионные маршруты. Старт проекта планируется приурочить к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Сейчас проект находится в стадии проработки. Продолжительность экскурсионной программы составит примерно 1,5 часа. Дети до 7 лет смогут покататься на таком автобусе бесплатно. Стоимость проезда для детей старше 7 лет – 100 рублей. Для пенсионеров и студентов – 200 рублей. Для взрослых – 300 рублей. Валерия Стародумова, Время новостей.